Я круто поднялась. На 13 этаже. Ух-ух. Это метро Выборгская. Новый дом. Ух-ух. Кому нужно ловить телефоны? Мне, пожалуй, надо. Ух-ух-ух. Нормально, да, так отделан лифт? Это пока новый, чтобы не ободрали. Красота. Первый этаж. Спасибо. О, как роскошно. Класс. Все. Безбарьерная среда. Красота. 10 минут от лесной. Что-то дорого. О, какой. Класс. Вот так вот строение. Вернее, корпус один, это вот прямо из двух вот этих огроменных домов состоит. Это улица Белоостровская, может, кому интересно, роскошно. Ну, не знаю, сколько тут жилье стоит, прям интересно забраться посмотреть. Такое остекление одинаковое везде. Кайф. Там третий корпус, вернее, это, видимо, один корпус идет, потому что здесь Белоостровская, дом 10, строение 1. Там Белоостровская, дом 10, строение 1. Также дворы закрытые. С интересными довольно-таки площадками детскими, насколько я успела увидеть через ворота. Сейчас подглядим. Для великов стоянка. Интересно. Паркинг есть. Еще корпуса строят. Интересно, кто тут застройщик. А вот отдел продаж есть. Инвитро тут рядышком. СДС. СДС. Виды, конечно, так себе не очень в окружении. Но это все строится. Наверное, что-нибудь сделают понесено. Ага, вот она там, реклама. ДС, это центральный строительный комбинат или что, я не знаю даже. Вот тут площадки какие детские. Кайф. Прям по-современному. И нет этих сумасшедших тонов цветов вырвиглазных. Нет, здесь немножко, но тем не менее. В таком купить квартирку. Кайф. Мне прям очень нравится. Это, видимо, черные лестницы ходили. Топливный энергетический комплекс Санкт-Петербурга.
Я ездила сюда, покупала подставку для ножей через Авито. Еще раз глянем на этот. Объект. Заправка, правда, под окнами такое себе. Удовольствие. Но, тем не менее, ромашки, цикорий, кто не знал. Все, погнал я домой. Телевышка наша питерская тут. Все, переходим.